Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня небольшой обзорчик на ручку для подсачника 2 метра от компании Salma, называется Landing Net Handle. Ручка универсальная, телескопическая, очень недорогая, но при этом очень надежная. Можно использовать и на карпа, и на любую белую рыбу. Снабжена вот в такой мощной прочной втулкой с ресьевро резьбой, в которую можно вкручивать любую голову для подсачника. Вес 165 грамм, транспортная длина 114. И вот в этом месте я померил диаметр хвата, это 23 миллиметра. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, нажимайте кнопочку подписаться, и под видео, кому понравится мое видео, для вас это ничего не стоит, а мне крайне важно, чтобы вы ставили лайк, то есть нажимаете вот на такой пальчик вверх и кнопочку подписаться. Всего вам доброго и до новых встреч!